Мир вам драгоценный и благодать да умножится. Очень-очень рад сегодня быть с вами. Очень рад, что мы сможем быть в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас обильно. Пускай Бог откроет окна небесные над вами и зальет. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, за все милости. Благодарю тебя, что ты с нами. Аминь, драгоценная. Аллилуйя. Слава Богу. И так замечательно нам сегодня встретиться вновь в этом эфире и прославить имя Господа. Слава Господу. Давайте возьмем свою кружечку кофе. У нас сегодня эфир так немножко не клеится, но пытаемся сейчас склеить его, чтобы все хорошо пошло. Итак, привет всем нашим телезрителям. Мир вам, благословения. Давайте возьмем наши Библии и продолжим изучение Священного Писания. Мы говорили с вами о гордости и гордыне. Гордость и гордыня. Мы говорили, что ты думаешь, гордость — это вирус, это духовная болезнь, это состояние внутреннего мира. Что это? Гордость — это часть человеческой природы, натуры. Грех. То есть это мы? Это часть характера. Разве грех не является частью нашего характера? Да. Грех производит очень много вещей. Это фабрика греха, которая расположена в сердце человека. То есть это не отравление, не отравление, не вирус, не вирус гордости. Ну, я не знаю, как его назвать. Называйте, как хотите. Хоть вирусом назовите, хоть характером назовите. Но каждый человек рождается с гордостью. У него есть та или иная доля гордости. И рано или поздно она начинает проявляться. Поэтому и вообще многие качества характера, которые присущи нашей греховной природе, они проявляются через нашу душу. Потому что человек рождается с грехом, с генетикой греховной. И поэтому и пришел Иисус, что этот вирус, он не лечится. Его невозможно подправить, его невозможно как-то модифицировать, изменить. Его можно только отменить и заменить новым. Поэтому и пришел Иисус, и Он отменил нашу греховную природу. Писание говорит, другими словами, надежда есть, надежда есть. Надежда есть. А почему христиане, которые уже спасены, у которых все отменилось, греховная природа, они все равно? Еще гордые. Еще хуже стали. Потому что это молодец. Хуже, когда пасторы становятся гордецами. Вот я смотрю на многих, я вижу, как гордость прет, аж тормозов нету. Он просто весь ходит. Даже, знаешь, самые скромные пасторы, чаще всего самые большие гордецы. Одному мужику выдали медаль за скромность. Потом через неделю забрали. Их спрашивают, почему вы забрали? Говорит, да он целую неделю не снимал медаль ни днем, ни ночью. Ходил с этой медалью, всем показывал. Ну, Максим, да, можно, конечно, шутить и смеяться в, этом направлении. А что делать? Надо освобождаться от гордости. Вообще, хватит уже жить по плоти христианам. Пора уже начать жить по духу и нести свет Божий этому миру. Христиане до сих пор, очень многие христиане, я не хочу сказать о всех, но многие христиане живут по плоти, живут как младенцы. Однажды апостол Павел написал: «Вы еще младенцы, вам уже пора быть учителями, вам уже пора оставить все это младенческое и возрасти во спасение. Пора уже возрасти возрастом духовным, но с вами трудно говорить, потому что между вами распри, ссоры, конфликты, гордость, превозношение». Это об этом говорил апостол Павел. И поэтому трудно говорить с такими христианами, потому что они постоянно конфликтуют, они постоянно что-то делят, они постоянно один над другим превозносятся. Может быть, он не говорит, что я лучше тебя, но он думает так. И, к сожалению, эта болезнь, она и на пасторах есть, и на просто людях, верующих во Христа Иисуса. Я не говорю уже о людях, которые в мире живут. Они вообще страдают от этого. У них лица, вот как мы читали в послании Иакова, ожиревшие от гордости, глаза выкатились. Они уверены в себе. И Иисус пришел, и поэтому пришел Иисус, чтобы отменить нашу греховную природу, чтобы забрать грех на Голгофский крест, распять его там, и чтобы дать нам свою природу. Писание говорит, что если Бог Сына Своего не пощадил, но отдал за этот мир, то вместе с Ним Он дарует нам все. Что такое все? Многие думают, это богатство, это какие-то привилегии этой жизни земной. Нет, не об этом говорится. Он дарует нам небесное состояние. Он дарует нам свое сердце. А Иисус, мы вспоминали об этом с вами в прошлой передаче, сказал: «Придите ко мне, научитесь от меня, потому что я кроток, я смирен сердцем,
Иисус мог со всей смелостью это сказать, не приписывая себе никаких факторов гордости, а он наоборот смирил себя, был послушен Отцу, и он сказал: «У меня сердце кроткое, смиренное, придите ко мне, научитесь от меня». И когда мы, как дети Божьи, приходим к Нему и учимся у нашего старшего брата, потому что Иисус наш старший брат, Он наш Господь, Он наш Царь, Он наш жених, Он возлюбленный наш, у Него очень много регалий, титулов, Он утренняя звезда, Он есть начало и конец. И когда мы приходим к Иисусу, познаем Его, то мы хотим быть похожими на Него. Аминь. И тогда наши сердца начинают изменяться, мы начинаем смиряться, покоряться Его Слову, покоряться Его воле, смотреть на Его образ и говорить: «Да, Иисус, я хочу, научи меня, научи, я хочу отречься от всякой гордости, от всякого превозношения, это мерзко, это противно, это исходит от моей плоти, я хочу отображать Тебя». Однажды, Максим, ты проповедовал проповедь на тему «Солнце и Луна». Потрясающая была проповедь, кстати, можно ее найти и возобновить, что Луна, она всего лишь отражает Солнце, свет. И мы сегодня, как дети Божьи, отражаем Его славу. И поэтому что нам на себя надеяться? Бывает лунное затмение, когда Земля становится между Солнцем и Луной. И тогда Луна перестает светить в небе. Есть солнечное затмение, а есть лунное затмение. Солнечное затмение... Удивительно, как все Божье творение продумано. Да, ну знаешь, я когда эту проповедь проповедовал, это классическая астрономическая проповедь. Бывает солнечное затмение, когда верующие затмевают собой Бога. Бывает лунное затмение, когда Земля закрывает солнце и Луна перестает светить. Это как бы вот такие две вещи происходят. Но знаете... Просто в последнее время мы хотим все, чтобы Господь Иисус Христос вернулся. Мы ожидаем Его возвращения, ожидаем Его Царства, которое будет здесь физически на земле. И поэтому церковь в последнее время, она будет ходить во свете, во славе, когда она не будет уповать на себя, на свои качества характера, на свои достижения, а полное упование на Христа, отражение Иисуса Христа в своей жизни. Это мощное. Этот брат спросил меня в воскресенье, как победить все-таки гордость. Я говорю, знаешь, гордость побеждается не таблеткой, не каким-то лечением. Не существует какой-то панацеи, какого-то лекарства, какого-то вот методики. Давай вот такой молитвой молиться, чтобы гордость победить. Я бы сказал так. Гордость — это болезнь детская. Когда... Еще раз повторю, детская болезнь. Почему? Потому что ребенок хочет себя позиционировать, хочет себя поставить, хочет добиться, хочет завоевать территорию. Когда же происходит, возрастание, и когда происходит, что ребенок возрастает и становится зрелым, многие вещи отваливаются. И многие вещи уходят, когда девочка заботится только о себе, и когда она выходит замуж и рождается другой ребенок, она начинает, перестает о себе заботиться, она начинает заботиться о ребенке, начинает заботиться о младенце, и вот в этот момент происходит изменение. Один из методов, как получить победу над гордостью, все, что нужно сделать, нужно возрастать. Это, наверное, самый лучший метод лечение гордости. Возрастайте во Христе, возрастайте в благодати, в силе, в духе, возрастайте в слове, возрастайте духовным ростом, и тогда эта вещь, она фактически постепенно будет вытеснена вашими отношениями с Богом. Если же у вас отношения с самим собой, со своими болью, со своими переживаниями, тогда, конечно же, у вас возникнут большие серьезные проблемы, и в будущем вы будете еще больше усугубиться. Возрастайте духовно. Ты знаешь, Максим, мне кажется, что здесь одним из важных факторов для того, чтобы начинать возрастать в этом, является такой момент, что нужно осознать, что мы отчаянно нуждаемся в Иисусе Христе, что Он нам нужен, и что мы не можем уповать на себя, а нам нужен Иисус для того, чтобы освободиться от жадности, от раздражительности, от гордости, от тщеславия, от всех пороков, которые присущи человеческой природе. Единственный метод — это осознать и сказать: «Иисус, я нуждаюсь в Тебе, потому что я вижу свою греховную природу». Потрясающе. И когда мы осознаем нашу греховную природу, мы хотим от нее отторгнуться, отказаться от нее и позволить Его природе, Его истине пребывать в нас, и чтобы Он в нас... Слава Богу!
больше и больше возрастал. Первый, ну, один из очень важных моментов – это осознать, что я нуждаюсь в нем. Иногда мы на нашем христианском уровне мы доходим до определенного возраста, и мы, ну, вот уже Писание изучили. Угу. И часто христиане, они гордятся. Я уже Библию прочитал там 5 раз, 7 раз, и от корки до корки, и могут ходить такими гордыми, напыщенными. Все это не имеет значения. Это нужно обнулить и сказать, я все равно нуждаюсь в Иисусе. Я хочу свежести, я хочу нового. Я жажду познания Бога больше и больше. И многим христианам нужно вернуться. Вообще, это тонкая линия между радостью об собственных победах и гордостью. Здесь мы должны радоваться о победах, которые происходят в нашей жизни. У нас должна приходить радость о свершениях, о достижениях, о плоде, который мы приносим. То есть мы должны радоваться, смотря на большой урожай. Даже в этом, во Христе Иисусе. Абсолютно. Радость во Христе Иисусе, что это с Божьей помощью, это Его влияние Духа Святого в нашей жизни произвело этот плод. Но это когда вы начинаете радоваться, что вы лучше других, что вы сильнее других, что вы преуспеваете, когда вы начинаете радость ставить в сравнение и смотреть на ваши достижения как на плод, как на предмет вашей лучшести, если так можно сказать, вашего превосходства, тогда это не что иное, как гордость. То есть мы должны во Христе достигать. Мы должны воздвигать, я же не говорю тупой гордостью, у меня есть квартира, у тебя нет квартиры, у меня есть Запорожец, у тебя велосипед. Я сейчас даже не об этом, не о тупом формате гордости. Я сейчас говорю о очень тонкой духовной гордости. Ты добился чего-то, у тебя есть здание церкви, а у других еще нет здания церкви. Ты добился чего-то, ты помолился, и чудо произошло. И ты ходишь, и ты весь в благодарности Господу, или ты горд? Все свои победы нужно принести к ногам Иисуса Христа, потому что Он один достоин принять всю славу и честь. Он один достоин благодарности, восхваления, потому что по Его милости, по Его благодати Он созидает церковь. Если вы приписываете себе какие-то любые достижения, себе приписываете, да, говорите, это я сделал, это я классно сделал, тогда, конечно же, у вас есть предмет гордости, и вы начинаете ставить себя. Гордость — это завышенная самооценка, это постановка себя выше, утверждение, что ты лучше и выше. И когда, знаете, я обнаружила такую вещь. Если вот все дети Божьи, они научатся воздавать всю славу Иисусу Христу, благодарить Его за все Его милости, за все достижения, которые сделаны, отдавать всю славу Ему, Он достоин всей славы. Это благодаря Его благоволению, Его благодати, да, Его милости, что-то со мной произошло, я меняюсь каждый день. Растет церковь, растет служение, растет там поклонение, познание. Да, мы вкладываем свой труд, мы участвуем в этом. Конечно, нам нужно заниматься Писанием, нам нужно проводить время с людьми. Мы отдаем себя, но когда мы отдаем всю славу Иисусу и понимаем, что все силы мы черпаем от Него, и всю славу, все результаты мы отдаем Ему, когда в христианстве произойдет вот это изменение, когда мы перестанем тянуть одеяло на себя, то просто славой Божьей будет наполнена вся земля. Его присутствие будет наполнять каждое богослужение, вообще всю нашу жизнь, где бы мы ни находились. Если мы уповаем на Него, если мы Его призываем, то в любом месте, где христианин будет находиться, он будет отражать Иисуса, и вся слава будет принадлежать Царю Царей. Я думаю, к этому именно уровню сегодня Иисус поднимает и подтягивает свою церковь. Посмотрите, Он нас не упрекает, Он нас не унижает, но Он нас вдохновляет и говорит: давай, давай, у тебя получится, смотри на меня, я даю тебе руку помощи, я твоя помощь, я твоя скала, я твоя защита, я Бог, который помогает тебе, как написано, око его осматривает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце предано ему. Когда мы преданы ему, когда мы ищем его, он, осматривая землю, он видит тебя, он подтягивает тебя, он вдохновляет, он помогает. Я думаю, что нам надо многие вещи пересмотреть. И смиренный, кроткий Иисус, Он смирен и кроток, Он послушен Отцу, Он не выпячивает себя, Он всегда воздавал славу Отцу. Помните, когда Он совершал чудо с хлебами и рыбками, Он взял этот материал, хлеб и рыбки, и Он возблагодарил Отца, сказал: «Отче, я славлю Тебя, что Ты услышал меня». У Него благодарное сердце, Он благодарит Отца за любовь, потому что Иисус знает любовь Отца. Он каждую ночь
приходит нам на встречу с отцом. Для общения с отцом его сердце переполнено любовью, любовью Бога Отца. Он знает, что отец любит его. И он об этом говорит, кстати, Иоанн, Евангелие от Иоанна, очень хорошо раскладывает эту любовь, которую описывает Иисус. Он берет любовь от отца, отдает ее детям, людям и говорит: «А вы смотрите на меня, любите меня, любя меня, вы любите отца, потому что я первый показал вам свою любовь». И когда человек Божий начинает возрастать в любви, так что там на себя надеется, когда мы понимаем, из какого болота он нас вытащил, из какого праха. Знаете, многие христиане говорят: «Да нет, я еще ничего, я вот не такой, как тот брат, вот тот, да, он прошел Крым и Рим, он был там и наркоманом, и кем только не был, а я пришел с университета, я такой образованный». Да ничего этого не имеет значения, откуда мы пришли. Мы пришли ко Христу. Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей были, поэтому Иисус пришел, чтобы облечь нас в свою славу, чтобы поднять нас, освободить нас от самих себя. Аминь, драгоценные. Вот знаете, я сейчас хочу прочитать Евреям, я буду читать в современном переводе, поэтому это будет достаточно интересно. Евреям, я буду 1, 2, 3 стих 12 главы. Евреям 12 глава, сразу же после 11 главы, главы веры. Угу. Где ты нашел современный перевод? Где нашел? Есть современный перевод. Хорошо, пожалуйста, давайте эту камеру включим. Евреям, 12 глава, и я буду читать с 1 стиха, 12 глава с 1 стиха. Я буду читать современный перевод. Итак, окруженные столь великим облаком свидетелей, огромным количеством свидетелей, давайте мы устраним всякую помеху, любую помеху, то есть грех, препятствующий нам двигаться вперед. Посмотрите, как красиво. Давайте устраним помеху, то есть грех, препятствующий нам двигаться вперед. Проявляя выносливость, продолжим бежать в предложенном нам состязании. Другими словами, мы должны, проявляя выносливость, продолжить бежать, устранить преграду, грех. Второй стих 12 главы. Глядя на зачинателя и совершителя этого доверия Иисуса, который в обмен на предлежащую ему радость подвергся казни на кресте, словно преступник, презрел бесчестие и сел по правую руку от Божьего престола. Чтобы вам не ослабеть, 3 стих, и не упасть духом, думайте о том, кто испытал на себе подобную враждебность со стороны грешников. Размышляйте, думайте о том, чтобы вам не упасть духом, думайте о том, кто испытал на себе. В синодальном переводе написано: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь. Думайте о нем. О нем, чтобы вам... Потому что Иисус центр всего. Посмотрите, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душам вашим. Да. Думайте о Христе, если вы будете думать. Думайте о Христе, живите Христом, познавайте Христа. Апостол Петр, кстати, об этом очень хорошо пишет. Где он пишет, что мы куплены дорогой ценой. Да. И он пишет, что в познании Иисуса Христа вы будете возрастать. Да. Возрастайте в познании. Да, возрастайте в познании. Иисус Христос – это центр вселенной, это центр нашей жизни. Иисус о себе говорил, что «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». И он много говорил: «Я есть хлеб, шедший с небес». Посмотрите, все заключено в Иисусе Христе. Он есть и воскресение, Он есть и жизнь. Все в Нем, в этой личности. Истина в Иисусе. Знаете, не просто правда, кто прав, а кто виноват. Нет, истина. Это даже не прав и не виноват. Это истина. Истина во Христе Иисусе. И когда мы фокусируемся на Иисуса, когда мы хотим познать Его, и не просто, знаете, познавая Его разумом, мы обязательно начнем Его познавать сердцем. Написано в Писании, Он стоит у двери и стучит. Он стоит и стучит. Куда Он стучит? Он стучит в наши сердца. Он хочет жить в наших сердцах. Он хочет быть внутри нас, обитать внутри нас, чтобы мы соединяли весь наш внутренний мир со Христом. Не только наружнее думали, что Он наш Спаситель, Он наш Целитель, Он наш Искупитель, но чтобы весь наш внутренний мир, который очень богат и разнообразен, в каждом человеке свой внутренний мир, своя вселенная внутри нас, это чувство, это эмоция, это мысль, это
что в нас только происходит, задумки, планы, мечты, фантазии, чтобы наш внутренний мир соединен был со Христом, чтобы мы отдали Ему весь наш внутренний мир. И когда мы отдадим Ему прежде всего внутренний мир, то это значит, что Царство Божье будет внутри нас. Знаете, когда мы смотрим на эти места Писания, вот Евреям 12 глава, потрясающая, я бы сказал так. Вот сейчас хочу обратиться к каждому зрителю, дорогие мои. Вот апостол Павел говорит, отбросьте все, что мешает вам следовать за Господом Иисусом. Отбросьте, оставьте, отвергнем себя всякое бремя, отбросьте, оставьте. Вот я хочу дать вам такой совет, оставьте все, что вам следовать за Господом Иисусом Христом. Не смотрите на себя и окружающих вас людей в сравнении. Гордость, она любит сравнивать. Ой, а Васька-то уже это, а ты-то еще не это, а вот этот уже тот, а ты уже это, а ты смотри, как ты уже вырвался вперед. Отбросьте, не смотрите на себя и на окружающих вас людей. Всегда в жизни будут те, кто будут лучше вас. И всегда будут в жизни те, кого вы лучше в чем-то. Всегда в чем-то вы будете лучше других. Смотрите, взирайте на Спасителя, начальника и совершителя веры Господа Иисуса Христа. Если мы не смотрим на Него, то тогда, если вы не обращаете свой взор на Него, тогда наверняка вы работаете с гордостью и начинаете смотреть на окружающих людей. Перестанете расти духовно. Если вы перестанете расти духовно, вы перестанете побеждать гордость. Победить гордость можно, только сравнивая себя со Христом. Он наш единственный маяк, он наш единственный достойный пример. Эталон. Да, эталон, на котором мы должны сверяться. Если же вы смотрите на окружающих вас людей, ставите себя или их выше, или ближе. Вы знаете, я видел, как люди при виде каких-то состоятельных людей, они выпрямлялись, напрягались, они велись как-то, у них началось такое какое-то, они даже не знали, как куда себя поставить, когда оказался в комнате с миллионером или с политиком каким-то известным, и они терялись, их вдруг, у них такая потерянность возникала. Дорогой человек, или когда видел какого-то человека, он ставил себя, ну что, человечишка, пришел такие ко мне. Смотрите, взирайте на начальника, совершителя веры. Опять, это духовное, Ларис, это духовное возрастание. Если человек научился смотреть на Христа, тогда он не будет себя сравнивать. Вот победить концепцию, парадигму сравнения, мы всегда сравниваемся. Я лучше, я лучше, я на первом месте, я на втором месте. Кто самый лучший, кто самый красивый, кто самый-самый-самый? Христос самый-самый-самый. Он самый лучший, самый красивый. Ты очень-очень важную тему затронул, потому что многие люди от этого страдают. Очень многие люди страдают, сравнивая свои достижения с другими достижениями, уничижая себя или возвышая себя. И действительно, когда мы понимаем, что вся наша ценность заключается в Иисусе Христе, и научимся быть благодарными за то, что у нас есть, что я могу, как я выгляжу, как я говорю, что я имею. Я благодарю за все Иисуса Христа. Аминь. Это значит, этим мы показываем свое смирение перед Ним. Вот мы говорили о гордости и хотим поговорить о смирении. У нас остается не так много времени. О смирении. Что это значит? Это значит подчинить себя Иисусу. Сказать, что только один Иисус достоин всей славы. И знаете, когда мы фокусируемся на Иисусе, понимаем, как Он любит нас, вот нам вот в этом ракурсе очень важно понимать Божью любовь. Божья любовь безусловная и бесконечная. Бог любит нас независимо от наших достижений, независимо от наших познаний, независимо от наших падений. Он любит нас, и Он желает нам помочь, чтобы мы продолжали фокусироваться на Иисусе. Те, кто высоко вознесся, им нужно смириться. Те, кто низко упал, им нужно подняться. И все это возможно в Иисусе Христе, когда мы взираем на Него. И вот как раз мы говорили с вами про послание Петра, и я нашла это место Писания, первое послание Петра, первая глава, и 13 стих сказано. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, припоясав наш разум Словом Божьим, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в
познании Иисуса Христа, в откровении об Иисусе Христе. Еще раз прочитай, подвязав, припоясав, затянув ума вашего, то есть... Стянуть мозги, стяните мозги. Сфокусируйтесь, пусть ваш мозг будет изменен. Не сравнивайте себя, не ставьте себя ни хуже, ни лучше. Вот, вы знаете, вот, послушайте меня, дорогие мои. Я сейчас к каждому из вас обращаюсь. Не нужно себя сравнивать, не нужно себя ставить лучше или хуже. Относитесь достойно ко всем. Любого рода сравнение, позиционирование, утверждение, оно ведь приводит к гордости. А кто лучше, кто хуже, кто, у кого лучше получается? Дорогой, ты в меру твоей силы делаешь то, что ты можешь делать. Припаяшь свой ум. Твой ум требует, греховный ум требует, чтобы к тебе была оценка. Меня, знаете, когда меня всегда удивляют люди, здесь, в этой церкви нет любви. Серьезно нет любви? А что ты ждал в церкви? Ну что здесь будет любовь? Но, друг, но любовь — это не когда ты принимаешь. Любовь — это когда ты отдаешь. Когда ты приходишь в церковь и отдаешь любовь. А где ты ее берешь? Ты берешь ее у Господа, у Иисуса Христа. Абсолютно. То есть, да. То есть послушайте, драгоценные, здесь нету понимания. Так отдай понимание. Это священное писание. Ты приходишь в церковь не потребитель. Так, мне, пожалуйста, любовь, понимание и сострадание. Ой, здесь нет сострадания. Так дай сострадание. Когда ты заходишь в церковь, это место, где ты отдаешь. И да вообще в жизни блажение давать, нежели принимать. А многие продолжают искать себе в понимание, в мещение. Они начинают на себя концентрироваться. Дорогой человек, припаяшь ум и поддайся послушанию Христову. Это как бы, это принцип. Другими словами, припаяшьте ваш ум. Это один из самых сильных. Конечно, зрелый человек только может тормознуть свой мыслительный процесс. Надеюсь, что и вы здесь тоже. Здесь еще стоит слово «бодрствуя». Да. Мы иногда прочитываем эти тексты и пробегаем мимо. Оно, это слово, имеет огромное значение, что нам всегда нужно быть начеку, быть внимательными, что происходит у нас в голове. Потому что одна мысль может быть хорошая, другая ее сбивает и помещает нас, может опять поместить нас в состояние разочарования, обиды. А поэтому здесь говорится, бодрствуйте, то есть будьте внимательны, что вы думаете. Не спите. И дальше совершенно уповайте, то есть абсолютно уповай, без всякого сомнения, что Бог дает тебе благодать. Ты принят по благодати во Христе Иисусе, ты ценен, ты важен, и когда ты совершенно уповаешь на благодать через откровение Иисуса Христа, то есть когда мы открываем для себя Иисуса в той или иной сфере жизни, и это мы делаем постепенно, и таким образом наша жизнь, она разворачивается, как, знаете, роза, она из бутона, она раскрывается и расцветает. Познавая Иисуса, наша жизнь, она раскрывается, твоя душа будет раскрываться, ты будешь освобождаться от вот этих всех давлений, которые создает твоя плоть греховная, и ты получаешься, научишься жить в свободе. Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Какую истину познать? Кто есть истина? Давайте поставим вместо слова «истина» Иисуса Христа. Познайте Иисуса Христа, и Иисус Христос сделает вас свободными. Познание Иисуса, личное общение с Ним, как мы уже говорили, оно приносит нам свободу. Знаешь, и очень важно бодрствовать. Сегодня очень много, на многих местах стали говорить о проблемах плоти, проблемах характера, стали говорить, что это бесы. И они говорят, это бесы. У тебя дух гордости, у тебя дух без гордости, у тебя этот. И все списывают на бесов, вообще все списывают. И сейчас проводят такие мероприятия, собирают толпу верующих и их убеждают, что они под проклятием и под бесами. И людям целый месяц там в каждый день впихивают, ты под бесами, тебе нужно победить бесов. И знаешь, вот эти несчастные люди, которые попали в такую атмосферу, они начинают верить, что они под бесами. Ко мне подходит нормальная женщина и говорит, пастор, у меня еще осталось 3 проклятия. Я смотрю на нее, говорю, в смысле 3 проклятия? Ну вот, мне вообще 3. И я говорю, может, еще и бесы? Она говорит, да, говорит, 2 беса еще. Я говорю, вы что, серьезно, что ли, говорите? Я говорю, вы сколько верующие? Уже давно верующие. Но я говорю, кто вам эту чушь сказал? Мне там какой-то пастор сказал. Я говорю, знаете, сравнивайте с Писанием.
Кого сын освободил, тот истинно свободен. Посмотрите, что говорит Писание. Не нужно сейчас новомодные учения о проклятии и бесогонии и всех остальных проталкивать. Я вас умоляю, сделайте мудрый шаг. Может быть, Дух Святой к вам сейчас стучится. Не делайте неразумных шагов, не идите, не принимайте на себя проклятие. Примите благословение. Примите благодать, как вот. Мы сейчас прочитали. Примите многие благодать. Говорят о проклятии больше, чем о благодати. Многие говорят о проклятии. О, ты знаете, как легко. Давай руки возложим. Выйди вон дух гордости. И человек такой раз и стал кроткий. Хочется сказать, нифига. Ничего такого. Подобного. Не будет такого. Постоянная борьба со своей плотью, чтобы плоть именно. Держать на кресте. Именно. В распятом состоянии. Это не просто методом выталкивания из тебя гордости. Абсолютно. Конечно, бесы есть. Но когда мы говорим о возрожденных христианах, мы говорим о победе Иисуса Христа на Голгофе. Теперь вам нужно менять свой характер, изменять. Реформация сердца должна произойти. Трансформация. А можно дальше прочитать? Как давай, у нас время уходит. Как раз дальше написано. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках». Написано «Будьте святы, потому что я свят». Аминь. То есть, вот этот текст, он показывает нам, что как послушные дети нам нужно не связывать себя с этим миром, который полон демонов, полон грехов, полон пристрастий, похотей. А нам нужно привязать себя к Иисусу Христу, и через познание святого мы сами становимся святыми. Мы отделяемся от этого мира и становимся похожими на Иисуса. Заканчивая этот прямой эфир, хочется сказать, что никакое вера в проклятие и молитва против бесов и списывание все на духи, на бесов не поможет вам. Вам поможет познание Христа, хождение со Христом. И вот, знаешь, Исаия 66 глава, 2 стих. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Мы говорили сегодня о гордости, мы говорили о смирении, о кротости. Господь презирает на тех, кто Ему подчиняется, кто Ему доверяет, то уничижает самого себя в своих глазах, то есть опуская свои заслуги, свои преимущества или свои недостатки, все это убирается и смотришь только на Христа. Да. Он есть твоя полноценная жизнь, Он есть твое основание, Он есть тот, на которого ты можешь смотреть, и познавая Его, ты будешь возрастать в любви, в кротости, в благости, и твое сердце будет наполняться истиной, свободой. Аминь. От всех греховных пристрастий, привычек, характеров. Драгоценные мои, в конце мы помолимся и хотим сказать благословение над вами. Пусть Бог благословит и откроет окна небесные. Благословляем вас возрастать во Христе. Да, Господь, говорим благословение над вашей жизнью. Да пребудет с вами Господь, помоги. Да направит вас Господь, да поддержит вам Господь, да даст вам Господь. Победу во Христе Иисусе. Молимся о благословении и благодати над вашей жизнью. Да, молимся, чтобы вы возрастали в познании Господь, Христа. Молимся, чтобы вы укреплялись Господом во имя Иисуса Христа. Да, говорим благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Сегодня с вами был Максим. И Лариса. И мы все еще Максимовы. Прощаемся и благословляем вас. И я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживает наше служение. Ваше партнерство, ваше участие помогает нам двигаться дальше. Ваши десятины помогают нам распространять Евангелие Иисуса Христа. И обращаюсь к вам, драгоценные, даже если вы взяли билеты и движетесь не в том направлении, уже если все уже обговорено, я рекомендую вам, сдайте билеты, сядьте за Библию и познавайте Христа. Никакие суперпромазанные проповедники не помогут вам, только Христос. Будьте благословенны, встретимся с вами завтра в прямом эфире на том же месте, в том же час. Люблю вас, ценю, благословляю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.